Значит, мы сейчас будем слушать эпизоды из кантаты для Организации Объединенных Наций. Я говорю вслух. Сашика и Ту. Сейчас мы видим. Здесь использованы, как я понимаю, элементы электронной музыки. Запись во время исполнения и ее одновременная демонстрация с солистом.
Значит, дальше. Сейчас я хочу показать вам несколько эпизодов из очень значительного произведения Альфера, оперы «Дон Кихот». На рубеже 80-х годов в его творчестве появляется тенденция, причисляемая современным искажением постмодернизму. В данном случае речь идет о ряде сочинений, в которых композитор обращается как к жанрам и формам искусства испанского возрождения, так и к фольклору. Нельзя не отметить также относящихся к этому периоду творчества второй концерт для виолончели с оркестром под названием «Остается только тишина», исполненный и записанный Мстиславом Ростроповичем. Одним из наиболее значительных свершений стала опера «Дон Кихот» на либретто Андреаса Амороса по бессмертному произведению Сервантеса и других испанских поэтов, премьера которой прошла 23 февраля 2000 года на сцене Королевской оперы в Мадриде. В спектакле, решенном в экспрессионистской манере, с фантасмагорической комбинацией символических элементов в виде горы книг, как основного элемента сценографии, который собирают бульдозеры, гигантских модрых дамских туфель, в которых, как в карете, передвигаются Дульсинея и ее прототип, аэроплана, на котором прилетает Дон Кихот, шумной, беспорядочной, митингующей толпы и всех этих элементов, осовременивания общего, так сказать, образного ряда, вырастает трагическая фигура рыцаря печального образа. Дон Кихот обращается к Сервантесу, они два главных героя спектакля, с вопросом: «Для чего ты меня создал, если все в моей жизни было поражением и утратой?» На что писатель ему отвечает, что он есть не человек, а миф, который существует не по законам природы, а в сознании людей, которые борются за то, чтобы преодолеть препятствия и добиться справедливости этого мира. Музыка наполнена невероятной экспрессией и повествует, конечно, не столько о страданиях трагикомичного героя Сервантеса, сколько о кризисе современного общества. Thank you.
Ария этого писателя.